Армения и Азербайджан подтвердили договоренность о строительстве железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубат-Мегриго-Радис. Как сообщает Репорт, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства. Нельзя недооценивать значение договоренности с Азербайджаном. Это важная договоренность, и я надеюсь, что мы с точностью ее осуществим. Это важный проект, который изменит экономическую, политическую среду в регионе, а также среду безопасности, сказал армянский премьер. Азербайджана, Еркатугайн Капкстана, Нахчеван Икнавар, Харапетутян Хэт. Пашинян отметил, что с Ильхамом Алиевым достигнута договоренность о продолжении контактов по вопросам двусторонней повестки. Армянский премьер также добавил, что если удастся договориться с Турцией об открытии границы коммуникаций, то заработает и железная дорога Гюмри-Карс. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.